Всем привет, дамы и господа. С вами Писмейкер, со мной сегодня Эдисон. Всем привет. И Pineapple. Привет. Да, и мы играем на премиум сервере Black Dragon с пиксельмонами. И меня пытаются до сих пор допытать, где мой дом находится. Ну, я сейчас его засвечу немножко. Котёныш! Все, вы уже знаете, где его дом. Сделайте скриншот. Приходите, смотрите. Чтобы вам его все равно найти, вам придется или участвовать в конкурсе, или же купить премиум. Так что, да, бежи. Босс. Собака под землей. Тебе все еще нужен маткип? А, да, точно. А, да. Ну, счастье и найду. Пока мы тут страдали хернёй, ждали запуска и так далее и тому подобное. В общем, я помог великодушно Эдисону поймать его первого шайни. Первого на этом серии. Да. Первый его шайни это. Маджика. Да, крутой. Мой уже превратился в Гаярдеса, и походу он крашит сервак, но нам еще нужно это протестить. Эту теорию. Мне интересно, кто из вас больше рад тому, что он его поймал, ты или Эдисон? В каком смысле? Ну, я мог его спокойно тупо ваншотнуть своим же Гаярдесом, или... Не, ты так хвастаешься этим. Да, что вот, я нашел тебе там. Я нашел, понимаете, этого шайни ему. А он еще недоволен. Ну если ты такое, знаешь, одолжение делаешь, то мог бы его просто убить, да и все. Надо было бы. Ну да-да. Но уже поздно. Неблагодарная, да? Неблагодарный ты. Именно. Так. ПВП нету. А ПВП и нет. Даже не напнуть. Серьезно, по какой-то причине за полеты на... легендарных, наверное, мне дается ночное зрение. Ну, вообще, да, вообще есть такой баг, что когда слышно летающего покемона в воде, дается ночное зрение. Да. Мой Рекваза мне давал ночное зрение тупо в... посреди этого. Да, она глиста просто. М? Она просто глиста, и ей все можно. Эй, не трогай моего Рея. От него же. В одиночку. Какие тут красивые бомбы. Встречаемся на площадке после уроков. О, рамсы. Кстати, у вас там на спавне нет нигде этой херни под названием Ender Chest. Есть. Excellent. Куплю немного. Да, я куплю 10 ультраболов! О, тут босс. Он под землей, по идее. Да, добро пожаловать в мой мир. Нашел трех в одном месте, все собаки под землей. Я в итоге все то ли исчезли, то ли еще что произошло с ними, ни одного не убил. Это норма. Это пиксельмоны, да. Я, честно сказать, жду апдейта нового, потому что тогда можно будет сделать и нормальные эти спортивные вот эти вот. Гимы. Стадионы. Да, стадион вот. Уже почти. Уже вроде на этой неделе или на следующей. Да, на этой неделе должно выйти. Если они не врут. А вы как быстро перейдете на новую версию? Как только ты сразу. Если под 1.6.4 выйдет, то моментально. Если под 1.7.2, то надо будет еще протестить. О, 1.7.2. Это у нас где-то новые долбоебиомы и так далее, да? Да, да, да. Маджанг там у нас вообще... А, кстати, видели, нет новую тему с новым апдейтом? А ну расскажи, нет. По поводу скинов или короче, что-то? Скины изменяют, теперь можно одежду полноценную сделать будет. Вау. То есть, как у тебя, в смысле, вот знаешь, как шапка у тебя на персонаже, да? Такая выделяющаяся. Будет также одежду можно сделать на все части тела, типа. А потом, считай, грубо говоря, World Edit, да? Вставили теперь ванилу Майнкрафт. То есть, можно копировать постройки, не знаю, с мира на мир, по-моему, нельзя. Можно, что там... какую-то определенную зону забить песком, например, и так далее. И это все уже игрокам доступны, эти команды, это да? Это эти командные блоки, все. А, отлично. Да. Но с помощью них, это, конечно, более муторно, чем с помощью вот этого вот деревянного
топорика, да? И World Edit, да. Да. И как-то у меня сегодня что-то с пингой не то. Что такое, подвисает? Да, застреваю иногда на пару секунд и падаю. Может, что-то с интернетом, я еще. Логично. Пишет Peacemaker moved wrongly. А, я... А, это античит, небось, какой-нибудь работает. Да-да-да-да-да. Так вот, слушай, вот что... Собака, это... Вот что за... Из-за чего так херово на покемонах ты катаешься. А тебя античит тормозит постоянно. Ну да. Он же не видит этого. У нас раньше даже было на прикорный, раньше, точнее, в версию залезаешь, кикало. А теперь вопрос, на кой черт, если у вас уже есть свой клиент, вам античит? Обхода очень много, есть разные тренеры, есть разные, например, там, ну, очень много нам буквально. Ну, можно же спидхаки отключить хотя бы? Что? Сканирование на спидхаке отключить. Можно будет, на премиуме, я думаю, можно будет. Ну, да, клиентов. Будьте добры, а то... Это не очень, конечно, весело, когда бежишь в этих ботинках, тебя тормозит. Сань, можешь сюда подойти к фонтану? Срочно? Ну... Просто нашел целый килограмм джиадудов. Ну потом тогда. Просто у меня что-то пишет, уже квест выполнен, не знаю почему. А, ну потому что квест выполнен. Да, ну я его не выполнял. В том-то... Ты фишка. Выполнял один квест? Нет, когда? А когда мы тестили с тобой, до начала всего. Да, ну суть в том, что я выполнял, но тоже написал, что не выполнен. И сейчас пишет, что уже выполнен, и поэтому я не могу еще раз взять. Ну, ладно. Хрен, да. А, еще пока помню, я, по-моему, выполнил... Да, я выполнил один из квестов, по-моему, на эти... На перья. Золотые самородки. И на перья, ты у меня перья украл и сделал квест. На перья я сделал с тобой, да. Я говорю про золотые самородки, которые я сделал тогда сам. Пока ждал. Потому что я жду их тут... Сейчас мы записываем это все в 9 с чем-то вечера. Почти 10, да, уже 10. А ждал я их где-то с... Видите, да, это... Ну, у кого 10, у кого 6. У кого 8. А кто дождал тут 3 часа вас? Мы предупредили. Все честно. Да. Как-то у меня было. Так, Эд, прими, я ж тебе скинул. Ну, ща добью покемона. Окей, сейчас он да. Эволюционирует. А, ночное зрение у меня еще зависло, к тому же, лол. Опа, 24. Думаю, я сейчас нахожусь, между прочим, в режиме сканирования всяческих Мью. А нельзя там все-таки сделать так, чтобы можно было двух покемонов забить? Ну это уже... Опа, так, да, давай, это показывай, какой квест. То есть здесь... Ну, да на, просто 10 перьев, я тебе выкину там... А мне 2 только, да, у меня 2 есть. У меня так штук 20 там или... Так, так, так. Да, да, с радостью. Вау, вот так, так. Ну я сделал. На, забирай, стой. Пошли, тебе отдам мелочь. Эд, иди. Ща, секунду. Так, ты где? Так, вот, стой, лови. Батл. А чё, это с него выпало? Ну, в смысле, он дал награда? Ну да, это за квест. Ага. Там перец теперь мне дай. Я тоже такой квест хочу сделать. Ладно, я теперь его не сделаю, по идее. Сколько тебе нужно? Еще 3. Спасибо. Что вот там? Пойди, теперь не смогу его сделать, да? Да. Ах! Не, неделю там ждай. А, это игровую неделю, это не так уж долго. Игровую неделю, то есть 7 игровых дней? Да. В принципе, я знаю. О, у меня, конечно, музыка заиграла. Килай? Еще нет. Надежды нет, что она заиграет. Да, слушай, как-то античит стал еще больше меня тормозить, чем раньше. Да, может ты читер просто? Походу. Да, я слишком хорош для этой игры, и она считает, что я читер. Молтерс, полетели отсюда. Вы обиделись, мистер? Я даже на неё не засел. Молтерс, полетели отсюда. Так, я вообще хотел, по-моему, лететь в сторону М. Джунгли, да, вперед направо. А тут вообще вот этот покемаркет в городе есть или нет? Да, там это... Да.
такая белая хрень. Белая с синей крышей, да. Я имею в виду белая хрень, где покупаешь. А, да, там вот, ну, такая же. Текстура как будто бы ступенька, по-моему, такой. Посмотри. Типа кассовый аппарат. О, чей-то дом. Я удивился. Ворвись. Кто-то, м? Ворвись в него. I came in like a wrecking ball! Однако, здравствуйте. Так, что тут можно покупать? Пушин... Только, обычные... только покеболы, да? Покеболы и зелья, да. Ага. Значит, ультраболы сейчас так покупать. Я могу открывать двери, но я не могу это... открывать печки и так далее. Ну да, это же просто ЛВЦ не стоит тут. Ну, у него даже портал, попытка. Если бы стал. Берите, мне не жалко. Пси. О, понял? Да, это он про прикорны. Да. Мэ. У меня как-то нет особого желания в последнее время крафтить. Когда можно их купить, да? Ага. А можно прикорны продавать? Было бы неплохо. Кстати, тут очень много денег зарабатываешь, когда дерешься с другим игроком, то есть у которого высокие уровни. За них тоже как бы деньги дают в покемон, ну, в покелуте, в покемарте. Ага. Босс! Десантируемся! Где надеюсь, тут? Он под землей. Нет. Сплюнь, зараза, он походу реально под землей, или я слепой. О, Эд. Твою ж налево, а! За тобой шпионит, Сань. Так, нет. И убежать же не на чем, черепашка и та не плавает еще. Шпионы. Эд не пропрыгнул. Опа. Да. Кто там накаркал то, что он будет под землей? О. Слава. Это он нам? Да, это походу. А. Там вам что-то что ли скидывают? Ой. Я опоздал на раздачу, халявную тюрьма. О, шпионы. Ты какие шпи... ты где? Да за мной бегает тут один преследователь. А, за тобой? Я думал, ты за мной прёшься. Ну так он за тобой бегал, потом, когда я тебя увидел, он меня увидел, стал за мной бегать. Мне нужно срочно поискать, я где-то видел информацию, где какой покемон появляется. Вот тут аж три босса на карте показывается. Ага. А нет, это лава. А это не босс. Да. Ядрить, ты нуб. Похоже. Или лава... Нет. Ну похоже ведь. Или босс в лаве. Он маскируется, он понял, как сбежать от гнета людей. Все, вот. Что ему нужно сделать, это быть в лаве. Всего-то. Не. Я пугаю, кстати, там же есть такие всякие покемоны, которые вот, я не помню, вот это вот лавовая типа улитка, не помню, как ее зовут. Магмар? Не Магмар. Магмар это же у нас по типу двухногого такого чего-то непонятного. Утка. Утки, да. Разве? Ну, типа у него температура дофига высокая и так далее. Вот. Мне будет интересно, будет ли он дохнуть в этом. Будет ли он дохнуть в лаве, когда его сделают. А вообще ему урон наносится, да, то есть они падают, им тоже урон наносится. Только боссам вообще никакой урон не наносится, даже если там, если, не знаю, в лаве и не в лаве. Застряли они не там в этих в камнях, нет. Вот мне интересно, нахрена людям знать, где вообще наш дом? Хороший вопрос, я просто поставлю сюда инстакил и все. Просто логики нету. Не, ну есть типа потусоваться, я не знаю, еще чего. Все равно я фоны. По идее вроде должно быть все запривачено. Ну да. Запривачено, мы же приватили. Надеюсь. Так, спал. Сколько там денег? 3000. Турдун. А я скупил на свои там чего-то. А помню. Ну, слушай, Пис, ты давно делал квест на перья? Возможно. Может тогда тебе там перья, ты их сдашь и дашь мне лут? Я может. Ну хотя бы 70% давай. Может. У меня фиговая математика. 70% это 100 же, да? Да, это 100. Ты прав, очень плохо. Пись тебя обещают найти. Давай, GG. Опс, это не то. Это я хотел на хоуме. Я найду твой дом. Я найду. Чувак, я в своем доме. За. Да я уже заспойлерил дом Писа, так что идите. Ну туда. Я сейчас тоже показываю, где он находится, но вопрос, он найдет ли он его.
Ну я показал дорогу от спавна к твоему дому. Ах ты мудак. Ах ты ж мудак. У тебя будут скоро гости, да? Не. Коняшка, коняшка, надо дать людей коняшки. Слышь, коняшка, коняшка, мне там... Я тут с перми приперся на спавн, а ты где? А я возле спавна, ты давай сдавай, я тебе сейчас приду, все отдам. Так у меня нету, у меня только два пера. Иду, 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 секундочку. Кому нужно их было? Там возле фонтанчика. Фонтанчик возле твоей стены. Что, ты хочешь махача, Эндершайсленд? Билли Бой? Да. С радостью помогу. Чё-то этот Гюардос вообще атак не имеет. Гаярдос, да. Сплэш — это самая смехотворная атака. Текл — это единственное, что он учит на 16 уровне, как Мэджикарп. В этом-то и соль, то, что Гаярдос, он сам сет хорош, но... его а где, нужно тренировать. Где пис? Пис. Right up your arse. Оба. Спасибо. Профит. I came in like a rat! Вот, значит... Он просто украл как лут. А, полсердечка. Сколько за квест дается? 30. Не думаю. Поверь, этот квест писал, я знаю, сколько дается. Пахнет неправдой. Ну, понятно. Ладно, держи половину. Скидываю. Куда? У Джозефа. Подобрал. Кто такой Джозеф? Клименг подобрал, извиняй. У тебя был шанс. Сори, бро. Это суровый мир. Кибол 20 стоит, это дорого. Ну, кто админ тут? Я или... Не, ну правильно, чтобы покемартом пользовались. Логично. Или другим каким-то способом. Интересно. Так, чё у меня там такое? А, рыбу точно. Раздавать люлей Маджикарпом, это я всегда готов. Особенно то, что у меня есть легендарный ну как, шайни Маджикарп скорее. Который слегка эволюционирует. Слегка? А, да, он слегка прибавил весь, я думаю. Ой, и ещё у него новая прическа, мне кажется. Ему идет, я думаю. О, крысы конченые, да дайте мне Маджикарпа убить. У кого-то потихонечку припекается. Запах жареного пушка. Да. И в этот раз это не мой Молтерс поджигает очередную жертву. Чуваки, чуваки. Прибегает чувак, я убил Маджикарпа, он первым делом идет рыбу скрысить. Это они любят. Не знаю, у кого они так повелись. Маджикарп. Кис, огромное горе, хрен туда залезешь. Игрок. Гоу, ПВП на покемонах. О, я могу сдать квест рыбы. А где его сдавать? А, рыбак. У фонтана, по-моему. С фиолетовыми волосами в зеленом. Комплите. Черезард, я выбираю тебя. Вау. А, нафига в чем. Там писать? Прямо. Я поугараю, если он каждую свою атаку еще будет писать в чате. Серьезно, если вы такое будете выполнять тут, то вам продлят VIP премиум на еще месяц. Это не подтвержденная информация, не надо этого делать, пожалуйста. Не от этого. А то еще сейчас будут все писать. Будут. Так, кто сбрасывает гнилую плоть? У нас эти. Голботы. Только голбаты зубаты? Да. Угу. Чёрт. У вас есть квест на порох? Да. Да? Да. Порох. Я его писал, он есть. Однозначно есть. Не вижу. Ищи. Ну, офицер вроде ходит по городу. Офицер порох? Угу. Да. У меня есть подозрение. Ну ему же надо чем-то заправлять оружие. Пикачу скидывают пыль. Надо его убить. Нихера себе, ты 45 уровня. Окей. Молтрес. Пора наздавать люлей. Там, кто считается неофициальным символом покемонов. Отлично. Побежали, побежали, побежали.
Паттерфри. О, самая стрёмная херня в мире покемонов, мистер Мим. Мурашки похожи. Вы еще бы, кстати, загуглите мой вам совет. Мистер Мим Real Version. Или как-то так. Да ладно, да не. Типа какой-то вот художник рисует всяких реалистичных покемонов и так далее. Такая стрёмная хрень. Тут три Пикачу. Будешь ты пехаться? Мэ. Аргумент. Угу. Я сейчас изучаю новые территории этой карты. Я хочу найти джунгли побольше. Я нашел два маленьких кусочка. Вот почему, когда я создаю странный просто мир в одиночной игре, так я сразу появляюсь в джунглях. Как сейчас наоборот. И еще забавный факт. Этот покерадар, если вы запустите одиночную игру, будет ловить абсолютно всех. То есть... А, в прямом смысле, в одиночном мире у тебя типа подгружаются абсолютно все. То есть, если сейчас он мне показывает только в чанке в моем, да, покемонов и ряд, то вот я зашел сейчас вот в одиночку, а скуки так мне почти всех показало. В округе. Может сделать ход конем и вырезать одиночную игру с клиента? Не знаю, люди могут тупо открывать его для этого. А могут люди скачивать клиент? Да? Премиум. А, мне вроде опять ничего не дало. За квест. Да не, дает. По 30 монет дает там почти. Нет, там за яблоки дает 60. Смотри, может у тебя в инвентаре не на футбаре. Ну чат не пишет, да, что дало там за квест? Нет, ничего не просто передаются. В инвент с автоматом. Блин, да что ж такое-то? В болотах никто не появляется вообще. Мне нужен этот... Маткип? Маткип, да. Сейчас тоже вот болото нашел. Далеко от спауна. Посмотрим. Кто-то появляются, все. Это вы точно не маткипы. Кофинг и... Этот вот ей... Слизь, да, вот. Вверху. Парас. Парас. По-моему, это разве его эволюция уже, да? Да, парасект первая. А, окей. Вообще замечательная. Вы знаете вот эту вот игрушку под названием The Last of Us? Ну да, типа, да. Какие-то грибы, зомби, что-то такое. Грибочки-паразиты, типа, вселились в людей и... в общем, как... Это паразитический, грубо говоря, организм, который превратил всех людей в зомби, да? Так вот, хотите испортить нам оставшийся день? Так даже вот, добавить нечего. В нашем реальном мире, да, есть уже такой паразит, который вселяется в муравьев, да, и превращает их, грубо говоря, в зомби. Ну, отлично. И самое интересное то, что, как и любой вирус, он может в любой момент эволюционировать. Отлично. Человечество, берегись. 10-20 лет и The Last of Us реальный. О, да, будет песня. Не, блин, не успею сдохнуть. Успеешь. Зомби станешь, да? Ну спасибо, охренеть. Ты сдохнешь, тебе вернет этот несчастный грибочек к жизни, и ты перебиваешь еще пару людей, заразив их спорами. Потом один прекрасный момент, ты просто... Спорами? Ну да. Я буду депутатом? Буду спорить, вести дебаты. Нет. Что это за херня такая внизу? Это лава или что? Мутки. А, это тыква, господи. Оранжевые точки, это тыквы. Босс-сосоп. Кип инвентарь нужен срочно. Сколько там уже серия идет? Не знаю, уже думаю, пора заканчивать. Я нашел джунгли! Аллилуйя! И вроде как приличного размера, так что да. С вами сегодня были Писмейкер, Эдисон и Пайнэпл. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в ВК, участвуйте в конкурсе на. Вход на этот сервер премиум. Заходите на сайт Black Dragon. В общем, все остальное. Добро, всем удачи, всем пока. Пока. Всем пока. Oh, yes.